Лето в самом разгаре, а значит, пора задуматься о том, где и как провести свой отпуск. Многие страны закрыли свои границы, и это стало отличным поводом посетить любимые места родного края. А вот какие именно, спросим у ульяновцев. Ну, скорее всего, на наш юг, больше некуда. А на какой именно? На какой именно? Мы пока не выбирали. Ждем. Ну, любимые места, я даже не знаю, вот что сказать. Это обычно дача, самое любимое место у меня. Там мы вот и отдыхаем там, да. Все лето мы там будем проводить. Ну да, мы ездим в санаторий, здесь вот в лес очень нравится, в парке очень нравится. В городе остаемся. А есть любимые места, где нравится время проводить? За городом. Спасибо, за городом нам нравится. Даже нет, еду в санаторий. А вот в соцзащиту иду. Как раз. Вот с 15 числа еду в Вишкайму. Еду. С удовольствием. Я уже отдыхаю. Я с Мурманска. Да, в Москву. А почему именно туда? Тут, там покрасивше, чем здесь. А в Ульяновске есть какие-то места любимые? Александровский парк. Вся любовь у меня к нему. Бабушки в деревню. Почему именно туда? Потому что там хорошо, свежий воздух, ягоды, грибы и все остальное. В городе любимом. А где есть любимые места? Конечно, центральный пляж. Спасибо.